Сады Придонья, большой приз на старте. Дистанция 1600 метров, дан старт скачки. Лучше всех принимает Midnight Arrow. И повел на Midnight Arrow Джуби Авецба. Здорово захватывает бровку. Бармалей под седлом Дениса Суханова. На второй позиции Global Orb. И со старта отпадает достаточно далеко Ирена и Running Angel. Впереди Global Orb под седлом Анзора Альбердиева. В повороте он вырывается вперед вместе с Бармалеем. Далее просвет где-то 1,5-2 корпуса. На противоположную прямую компанию выводит лидером Global Orb. На втором месте Бармалей. Далее Legend Bars. Вот она, тройка фаворитов. На третьем месте Legend Bars по-прежнему. На четвертом Фантаст. И на пятом Евр. Компания достаточно так распределилась неравномерно по противоположной прямой. Впереди Global Orb. На втором месте полевой стороной Legend Bars. На третьем месте Бармалей. Полем где-то на четвертой, пятой позиции Евр замыкает Ирена. Но группа вновь при входе в левый поворот достаточно плотно продолжает борьбу за победу. Впереди Global Orb. На втором месте Legend Bars. Уже в легком посыле Руслан Круглыхин на Legend Bars. В посыле также Денис Уханов на Бармалее. Более спокоен Global Orb по дистанции. Выход на финишную прямую. Global Orb и Legend Bars. Судя по всему, эта пара поведет борьбу за победу в этой скачке. Global Orb впереди и где-то на полкорпуса сзади Legend Bars. Полевой стороной пытается сделать свой бросок Running Angel под седлом Рустама Панджокова. Global Orb впереди. Но Legend Bars, судя по всему, его сумеет накрыть. Legend Bars валится немножко в поле. Legend Bars выходит вперед. И Running Angel делает свой бросок средним полем. Running Angel впереди. И Running Angel выигрывает большой приз. На втором месте Legend Bars. И на третьей позиции заканчивает скачку Global Orb.